А телегу зимой. Несмотря на теплую погоду за окном, своевременная подготовка к отопительному сезону – неотъемлемая часть зимнего периода. Вовремя выполненные работы помогут комфортно и безопасно пережить холода. О всех нюансах Юлия Вернер. Все организации в обязательном порядке обязуются предоставлять на согласование план мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду. Необходимая мера направлена на своевременное выявление несоответствия системы отопления требованиям нормативов и устранение всех недочетов. Все необходимые формы документов готовности для потребителей теплоисточников можно скачать на официальном сайте Госэнергогазнадзора во вкладке «Надзорная деятельность. Подготовка к работе в осенне-зимний период». Есть изменения в формах документов по подготовке к осенне-зимнему периоду. Однако необходимо учесть изменения в формах документов. Ознакомиться с ними можно на сайте Госэнергогазнадзора. В связи с вступлением в силу нового ТКП-458 всем ответственным за тепловое хозяйство необходимо пройти проверку знаний по вопросам устройства технической эксплуатации в комиссиях соответствующих составов. Все манометры должны быть с госповеркой. На циферблате прибора обязательно красная черта, которая обозначает рабочее давление. Однако вместо нее допускается стрелка, прикрепленная к корпусу. Утвержденные графики получения паспортов готовности можно посмотреть на сайте городского и районного исполнительных комитетов. В первую очередь отопление поступает в больницы, детские сады и поликлиники. Далее жилфонд, затем административные здания. Стартом для включения послужит среднесуточная температура плюс 8 и ниже в течение 3 суток подряд. Соблюдя все правила подготовки, зимний период пройдет спокойно и тепло. Юлия Вернер, Елизавета Липеева, Никита Швайковский, Дмитрий Шевцов, Станислав Чичерин, Максим Калинин. Бобруйск, 360.